Калининском районе нашли скелет человека. Останки обнаружили в заброшенном здании на улице братьев Кашириных. Сейчас полицейские пытаются установить личность погибшего. Вот одежда, которая была на нем в момент смерти. Эксперты определили, что труп пролежал в заброшенном доме около года. Возраст погибшего 25 до 30 лет. Его рост чуть меньше 170 сантиметров. В кармане куртки находились два ключа от квартиры и ключ от домофона. Больше ничего не известно. Служители закона ждут звонков от тех, кто может узнать по этой одежде своего пропавшего родственника или знакомого.